Всем привет! Дошли у меня наконец-то руки до гостиной. Хочу поменять шторы, потому что эти серые мне не нравятся. И дневные тоже хочу поменять. Вот на эти, которые у меня стояли раньше в комнате. Будешь помогать мне? Да? Но ведь совсем другое дело. Вообще, так сразу уютненько, хорошо. Потому что те шторы мне совершенно не нравились, а с этими как-то по-другому. И к секции подходит, и вообще так классно стало теперь. Уютненько. Я поставила немного декора. Больше ставить пока не буду. Хочу что-то докупить, наверное, новое. Но это со временем. Это не так сразу прям. И вот с горшками хочу решить проблему, потому что эти белые горшки мне совершенно тут не нравятся. Но это, опять же, тоже буду постепенно все менять. А, и плюс этот вот шкаф, который стоит, я хочу его продать, потому что он нам тут тоже не вписывается, в детскую не влазит, и нам в комнату тоже не нужен такой вот с полочками. Если вдруг кому надо, практически совершенно новый за 40 евро отдам. Покупала что-то около 90, он 1,70 м, 1,75 м, не помню точно. Так что, да. Будет красота. Тут у нас гусь, ленивый гусь лежит. Мне тут пришли опять посылки. Я не удержалась, да я не распаковала гуся, потому что она очень просила. Поэтому у нас теперь тут лежит такой красавчик. Все, с гостиной закончила. Идем делать распаковку. Тут у нас такой плюшевый теплый костюмчик. Не знаю, может быть, отдам Милане, если ей понравится, потому что мне опять не подходит из-за длины кофты. И плюс к этой кофте штанишки. Хотя я не уверена, что вообще в этой квартире нужна какая-то теплая пижама, но если ей понравится, пускай оставляет. Потому что реально очень-очень-очень жарко здесь. Так, дальше, что у нас тут? А, я решила попробовать... Как по качеству будут зимние куртки, потому что весенние-осенние курточки, которые я не брала, мне очень понравилось качество, мы относили с удовольствием. И вот я взяла попробовать зимнюю. Посмотрим, как она тут. Такая вот курточка, стоила она, если не ошибаюсь, 25 евро. Черную взяла для сада. Вроде бы прикольная. Горло закрыто, пуговички. Надо мерить. Посмотрим, поносим. Потом я уже смогу вам сказать, как она была в носке. Потому что пока непонятно. Так, дальше у нас что-то дальше. А, еще одна полочка. Но тоже не буду оставлять. Нет, оставлять не буду. Серого цвета, опять такая хлюпенькая. Мне не нравится. Так, этот пакет сам. Дальше, что у нас тут? Белая пижама. Даже открывать не буду, тоже пойдет обратно. Это я заказывала себе еще на прошлой квартире. Ой, ножницами нечаянно порезала. Ну, только упаковку. Потому что, опять же, тут очень жарко. Вставлю вам фотографию здесь сбоку. Так, вот такой чехол, но я его не буду тоже оставлять, потому что он мне не нужен. Я его брала для того, чтобы набить корзину. Так, зарядка для Даяны. Она светит. Или, блин, опять не ошиблась. Ну ладно, пускай останется. Пригодится, она светится в темноте. Так, дальше. Вот такой сквиш прикольный. Даяна, иди сюда! Я думаю, она будет очень рада. Хомячок. Она, правда, лапки эти все просит, но я думаю, это тоже ей понравится очень. Подойди ко мне в комнату. Так, брала коврик на прошлую квартиру еще. Здесь я его не буду оставлять, мне не нравится. Во-первых, он тоненький очень. И я уже для этой квартиры заказала все новые ковры в туалет, в ванну. Поэтому надо ждать. А этот обратно пойдет, когда у меня...
Так, что это у нас такое? Иди сюда, закрой дверь. Подойди здесь, сюда, с этой стороны. Смотри, что я тебе заказала. О, это тут популярный хомячок. Популярный он? Ну да, почти у всех. Оказывается, не только лапки популярны, но и хомячки. Так, лайки даже показывали. А, тут у нас... Иди, выходи. Я дальше распаковку сниму. А ты забирай его с собой. Сейчас беру распаковку. Тоже тут Даяне. Выходи. Выгоняю, иначе мне распаковку не снять. Иди, иди, закрой дверь только. Еще одна вот такая лапка, но это я оставляю Даяне на бокс новогодний. Буду собирать, пару лапок соберу и потом сделаю ей боксы. Так, мне кажется, тут тоже лапка. Что-то я как-то переборщила с этими лапками. Но знаете, они так быстро портятся, поэтому не страшно. Вот такая вот симпатичная. Мне кажется, она должна светиться в темноте. Тоже в бокс пойдет. Так, еще один комплект пижамы. Опять же, заказывала до того, как узнала, что переезжаем. И тоже теплый. Даже не буду распаковывать, поставлю вам просто фотку. Так, вот он, коврик в детскую. Я несколько дней не могла его распаковать. Сегодня туда поставлю уже его. Ох, классный какой. Розовый такой, яркий. А то у них все такое светлое. Классный. Пускай будет у них. И даже, знаете, не жалко, если там какой-то пластилин попадет или что-то, какая-то еда, что-то застрянет, потому что я его урвала по скидке, если не ошибаюсь, за 1 или 2 евро. Мне иногда купоны выпадают на 90% скидку. И, конечно, беру. Так, и мне кажется, тут тоже еще один сквиш. Сейчас посмотрим. Потому что что-то мягенькое. Боже мой, какая красота, вы посмотрите, боже мой, это очень красиво, да хочется ей сразу дать, но классный вообще, с блестками такой, но я подожду все-таки Нового года, буду собирать, да. И все получается, вся распаковка.